Майские праздники для химчан прошли насыщенно, особенно для представителей общества блокадников в Химках. Они отправились в Санкт-Петербург. О своей мечте вновь посетить северную столицу рассказали главе Химок Дмитрию Волошину во время регионального субботника. Отклик получили незамедлительно. Власти оформили билеты и трансфер. Для блокадников, которые живут в городском округе, визит в Санкт-Петербург гораздо больше, чем просто путешествие. Благодарность прежде всего Дмитрию Владимировичу. Мы его вспоминали, по-моему, нет такого перекрестка, где бы мы его не вспоминали со словами благодарности. Мы обошли все, что только могли. Обошли все театры, во-первых. Встретились с нашей женщиной, представителем Гергиева, да, приезжала к нам только что, мы с ней там встретились, мы сходили в филармонию. Кроме культурной программы, химчанки побывали в главном обществе блокадников на Невском проспекте. Но основная цель поездки – посещение могил своих родных. Надежда Ивановна была совсем маленькой, когда Ленинград был захвачен. В Химки переехала после замужества, а в северной столице похоронена ее семья. Последний раз женщина приезжала туда около 2 лет назад. Отец у меня на Пискаревке, мать с сестрой на Южном. Все, я настоящая коренная ленинградка, знаю очень Ленинград хорошо. Я могу сказать только, что когда я выхожу на Неву, я плачу всегда от того, что есть Нева. Это мой город. 5 насыщенных дней в Питере. Время возвращаться в Химки. Блокадниц на Ленинградском вокзале встретили представители администрации и журналисты. Впереди общение с друзьями и просмотр фотографий. Приятные воспоминания останутся надолго.